Всероссийскую акцию «Дорогу скорой» провели сотрудники госавтоинспекции совместно с командой молодежки ОНФ. Цель мероприятия – напомнить водителям, что нужно уступать дорогу служебным медицинским машинам. Акция приурочена ко дню работника скорой медицинской помощи. Она прошла по всему региону. Участники команды выдадут автомобилистам наклейки «Я пропускаю скорую» с целью привлечения внимания общественности к важности соблюдения данного правила дорожного движения. Не пропустив скорую с включенными маячками, можно лишить человека жизни. Если водители не будут уступать дорогу скорой медицинской помощи, им грозит штраф или лишение управления автомобилем. Об этом предупреждают сотрудники госавтоинспекции. За непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющие нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, одновременно с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 1 года. Госавтоинспекция Магаданской области поздравляет работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Желаем вам и вашим семьям здоровья, и пусть результатом каждого вызова будет спасенная жизнь. Постановлением правительства Российской Федерации от 28 апреля 2020 года официально был установлен профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи. Ежедневно медики находятся в группе повышенного риска и продолжают выполнять свой нелегкий труд.